Да, ребенок говорит, весело сейчас будет. Ну что, будем пробовать доехать задним ходом. Ну, свет сделали. Доехать до базы. Только давайте Антон сзади будет. Чего? Потому что. Да не бойся. Так, что у нас тут? Изолента. А, сейчас заизолируем. Взяли. С другой стороны вход, Егор. Взяли изоленту у Виталя. Сейчас заизолируем тут. Так, ну свет есть у нас какой-то. Нормально. Так, ну тут разворот на месте, то есть после того, как проезжаешь назад, буквально может чуть-чуть, полметра, метр проехать вперед. За счет этого удается развернуться. Вообще сложновато будет в темноте, днем, конечно, это все проще. Так, ну что, доехали до центральной. Проходим до центральной лесной дороги. Железка вот в другой стороне. А мы едем назад. Стой, 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 стой. Что там? Пенек, не попали чуть-чуть. Ну вот такая, короче, процедура. Паша поехал по простой. Да. Блин, чуть накопали здесь. Стой. Немножко. Ты видишь, одна ошибка. Стой. Простая. Стой, стой. Так, стропа, стропа. Стропа в салоне. Сейчас нас чуть-чуть надо просто на дорогу. Где стропа? Здесь. Хорошо, что ты приехал, а что бы я делал сам? Давай, потихонечку только. Да не потихонечку. Потихонечку. Медленно, натяжечку. Там колесо, да, оно? Да не страшно, оно же там не крутится ничего. А. Да не надо, пусть он меня просто от дерева стащит и все. А ну подожди. А, сейчас я вперед поеду. Все, хорош. Так, едем посмотреть дорогу. Шу, сломался. Нагрузка большая. Короче, надоело. Это ломучесть. Так, мы опять в легендарной Ниве. Едем в разведку, чтоб наверняка дорога вышла туда, куда нам надо, то. Машина не очень транспортабельна. Интересно, что произошло вообще, вот непонятно до конца. Какой свет у тебя серьезный, слышишь? Я думаю, что прямо она на асфальт выходит, я даже примерно знаю где. Я просто утром ехал, не знаю почему, но смотрел это направление. Справа никого? Не, вроде не было никого. Смотри, какая прикольная дорога, вверх-вниз, да, такая?
интересная. Тут вроде тоже танки ездили. Как раз дорога для начинающих невоводов. Да, да, такая. Для начинающих и для тех, кто на пенсии уже, да? Да. Ну, кстати, а ты же участвовал в соревновании, когда с завязанными глазами двигаться с задним ходом, да? Или... А, нет, это я двигался с задним ходом. Передним. Да, для всех было передним. Но я кричал, что я могу двигаться задним ходом с завязанными глазами. И что, получилось? Блядь, да, получилось. Ну, правда, без номера остался. Но проехал. Так что не зря проводили такие... Я понял, да. Такие мероприятия. Мы должны попасть четко на асфальт. Что-то справа светилось, а что ж там еще в лесу? Что, асфальт? Нет, что-то прям та дорога, по которой мы ехали. Стой, 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 стой. Ну, вот прямо асфальт. Вот тут будет только сложно, да, вывернуться, да? Сложно, да? А что там за лежит такое на дороге? Ну, вот асфальт. Да? Ну да. Все, вот Бориспольская улица. Что, разворачивайся. Это мы попали. Понял, куда мы попали? Да, танк. Выезд на танковую. Выезд на танковую, середина перед большой лужей. Вот тут только сложное место будет. Ну такая она, бетонная, а ты не едь туда, сейчас еще поломаешь что-то. Давай. В принципе, в притирку и я, и Паша должны пролезть. Ну если тебя вот сюда слева затянуть получше, так сказать. Ну да, можно. Ну, большим углом, да. Траекторию взять, да. Ну там и прямо можем, сейчас доедем и там уже посмотрим. Так, ну теперь Паша нас тащит задним ходом. Сам уже я не еду. Сейчас станем на траекторию. Да, такая одна ошибка в начале. В начале дня. Ну как ошибка? Ну да, немножко в азарте подергали. Развалили задний редуктор. А теперь еще и шрус развалили. И остались без привода. Ни одного из двух. Так, в зеркало, наверное, лучше смотреть. Судя по всему. Так лучше без зеркала, конечно, глазами. Глазами лучше будет сейчас дорога сужаться. Веталь впереди на белой Ниве. Это в зеркало я вам пытаюсь что-то показать. Так, зеркало немножко потеряли. Все, вернули. Так, дорога почти ровная, но есть небольшие повороты. Так, доехали до асфальта, похоже, тут сложное место сейчас. Надо траекторию, на, поснимаешь там сложный выезд, останови. Да, что-то не ускоряются. Сейчас так усложняется, не ускоряются.
Так, вот этот конец этой дорожки нашей. Стой, ты на камень едешь. Так, ну дотянул меня Паша до асфальта. Тут немножко препятствия такие небольшие. Небольшие. Да. Право получается, да? Может, тогда, Паша, быстрее. Право. Прямее просто, да. Значит, сюда, а потом нам налево надо. Ну, камень не страшно этот. Так, сейчас поедем дальше. Хорош! Попрямей просто. Опа. Попрямей возьмет, там я тут на край камня наеду. На камень прям едешь. Все, выехали на асфальт, поехали. Все, мы на асфальте. Паша тянет, Нива страхует. Я вот это переживаю, чтобы поворот не проскочил он, потому что потом будет сложно нам развернуться. В общем, едем где-то тут близко уже. Подъезжаем в бокс. Так, уже вот возле бокса Суровых. Все нормально. Сейчас поставят. И на сегодня покатушки закончены. Чероки вдалеке стоит разобранный. Потихоньку просто скажу, что мне идет. А Паша еще тормозов же нету. Какой-то подгон там, куда идет? Все, долетели. Спасибо. Это подарок, да? Я выиграл страху, приз? Да. Повезло видишь, мне? Видишь, какой хороший у тебя сегодня день рождения? Спасибо, да. Твоя же стропа? Минус шрус, кардан и редуктор. Ну, это следующие твои будут подарки. Ну, ничего, да, да. Да, стропа моя. Все, Пашенька меня дотянул, как обычно. Выезжает. Все получилось, как и планировали. Ну, планировалось своим ходом вообще это все сделать, было бы намного проще. Ну, ничего, нормально, все хорошо.
железяки починим. Всем пока, подписывайтесь, до встречи. Бородач смотрит владение Сурового. Включи свет, ничего не видно. Пашенька, ну что, тебе нравится? Блин, не видно, стань на свет. Тебя не видно, что ты темный такой. Темный рыцарь, бородач. Вот, почему не так? Это для ходить. Хайджеки видел, какая тема нормальная? Это в болоте, если застрял, с четырех сторон поднимаешь. А вот эта штука есть под нее еще длинная, просто ты то, что ее везли, цепляется.